Всем привет, ребят, с вами Мария Букету, и сегодня мы, как по названию видеоролика, будем рассматривать и разрезать антистресс. Ну что же, поехали! Перед этим просмотром видео не забывайте подписываться на канал, ставить лайк и нажимать на колокольчик. Вот мой инстаграм, Мария Букету. А мы начинаем. Вот, ребята, это будет несколько серий. Это будет такой сериальчик, где я покупки с фикс прайса. И если честно, вот он мой чек. Смотрите, вот она я, вот он чек. Я, вот он чек. Просто вот на весь экран. Даже не хватает на весь экран. Вот просто он такой. Не забывайте ставить лайки. Давайте наберем тут 20 лайков, и я сниму вторую серию. А мы начинаем. Первый это будет слайм. Вот такой слайм. Давайте, давайте его откроем. Открываем. Ребята, и... Поздравляю с вас с Рождеством. А, на вечер. Это Рождество. И вот такой у нас слайм. Давайте его откроем. Открываем. И тут вот такой глаз. Вы знаете, что я такие глаза люблю. И сам слайм такой прозрачно-розовый. Вот такой. Тут пузырь надулся. И давайте же его растянем. Пахнет тетрабаратом натрия или каким-то еще химическими средствами. Ну, не лаймом. Как все слаймы. Вот так он хорошо тянется. Посмотрите, как меня теперь видно. Очень хорошо гораздо видно. Только блик немножечко переливается. Давайте же я его опять туда засуну. И тут у нас образовались пузырьки. Не знаю, почему они образовались. И давайте... приступать к следующему. Это был у нас вот такой. За него лайк, понравился, хороший, довольно-таки свежий слайм. Давайте приступим к следующему. Следующий у нас будет вот такой мишка. Так, давайте же его откроем. Тут есть, кстати, блестки. Кстати, эти все слаймы я достала из новой упаковки, потому что в старой там уже не было такого, например, такого. А в старой там оставались уже все нормальные были раскуплены. И я там со своим папой, он открыл мне упаковку, я выбрала самые хорошие и лучшие, чтобы вам показать их. Тут есть вот такие всякие разные блестяшки. Сам слайм очень большой. Пахнет вот лаймом пахнет. Тут всякие блесточки, ну, всякие обрывки. Обрезки. Вот, это как бумага, но это блестки. Давайте послушаем, как он кликает. Так. Очень хорошо кликает, теперь как тянется. Тянется он очень хорошо, даже прекрасно. И посмотрите, как через него не видно. Как через него, то есть видно. Вот очень хорошо. Видно. Упс. И вот эти шарики, которые в нем, не очень приятные. Потому что, не знаю почему, но... Ребят, упусти, ничего страшного. Потом найду. Сам слайм, вот тут, где шарики сами, он твердый. Я еще раз вам... Вот, смотрите, вот она, блесточка. Подавилась что-то. Чуть наш голос пропал. Ничего страшного. Я держусь. И вот те покупки, которые вы там видите, мы будем открывать в следующих сериях. Набираем 20 лайков. Это 10 и 10. И сниму новую часть. Не часть, а серию, может быть. Так, давайте приступим к следующему.
очень вкусный, прям. Ну, мне, если честно, напоминает мандаринку или апельсин. А вы пишите в комментариях, что он вам напоминает. Правильные ответы я покажу в следующем видео. Что, что вы напишите, я покажу в следующем видео. Давайте откроем теперь вот такой слайм. Это мороженка, тоже такой же розовый. Я хотела взять синий, но не успела, потому что... Так, тут у нас, видимо, вот так. И на две части. Вот. Смотрите, прям такая форма. Вау. Давайте посмотрим, как он кликает, то есть послушаем. Очень хорошо кликает, теперь как тянется. Тянется он тоже прекрасно, и как мне очередной вид. Ну, не очень, это просто я его не очень растянула. Пахнет, кстати, лаймом. Так, напоминает слизь. Нет, ну это не слизь, это слайм. Напоминает клубничку. Да, клубничку. И последний слайм на сегодня, потому что у нас будет вот такой антистресс. Так, давайте его откроем. Я его, правда, ну... И тут, кстати, такие же, как вот в этом штучке, как обрезки. И у меня первый слайм, в котором есть всякие бриллиантики. Вот где есть кружочки. У меня одна упала. Кружочки, там какой-то бисер. Ну, да блин, вот эти кружочки, они постоянно вываливаются. Или это я как-то не так достаю. Ну, давайте же я все равно его вытащу. По маленьким. А интересно, как его потом обратно запихивать. Но мне кажется, запихивать его... Ай. Чуть палец не сломала. Ой, что-то у меня палец болит. Вот этим буду. Ой, ребята, у меня вот так... Нет, я не буду там его... Тут есть всякие шарики. Вот, смотрите. Сам слайм пахнет лаймом. Давайте посмотрим, как он кликает. Теперь как тянется. И как мне видно. Вот так меня прекрасно видно. Лайк. Ну, это не точно. Прекрасно видно, это не точно. А лайк точно. Лайк вы точно должны поставить. Так, извините, если вы слышите посторонние звуки, пытаюсь их убрать. И пишите в комментариях, как в видео вставлять всякие стикеры. Например, когда я говорю, подписывайтесь на канал, нажимайте, не забывайте ставить лайки, нажимайте на колокольчик. Вот это у меня должно все высветиться. Ну а как это вставить? Пишите в комментариях, если вы знаете. И подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик и на лайк. А мы вот это будем. Ребят, вообще я хотела его разрезать, но... Ну, мы это сделаем в следующей серии, как раз я разрежу вот эти антистресс. Это было у нас в прошлом видео, и вот это тоже. Вот. Ребята, я хотела его разрезать, но он лопнул, нет. Вот у меня в тот раз момент смешалось, что у меня только плохие моменты, а? Вот просто мне не везет, не везет человеку, и все. Даже я не знаю, как его вытащить, чтобы достать лизуна, вам показать. Просто, вот просто, просто, просто. Вот просто. Я просто не знаю, что сказать. Вот просто, я не знаю. Вот как так можно? Хотела показать, хотела разрезать, а получилось все наоборот. Нет, ребят, тогда следующего видео
Не будет. Где я разрезаю вот эти, потому что я хотела вместе с этим. Но уже нет. Потому что так будет неинтересно. Когда я куплю новый там антистресс, и мы с вами разрежем. Я не знаю, куда я делала свои ножницы. Вообще просто не знаю. Просто не могу даже себе представить, куда я их могла деть. И тут больше не удавливается. Такая кровь. Это просто. Вот тут удавливается. Вот тут. Давись. Давись, давись, давись. У меня все руки в крови. Вот. Может, через какую-нибудь щель его можно, а? Блин, как вообще так можно, а? Ножницы потеряла. Вообще ножниц нигде нету. Ху. Ребят, если честно, вот пахнет говном. Да, ребят, пахнет говном. Вот такой слайм, короче. Они постоянно в этом наборе попадаются липучие. Сколько я и не разрезала. Когда еще не снимала видео, так меня через него видно. Короче, говно. Ребят, правда, вот. На ощупь как говно. На запах как говно. И само оно говно. А меня сейчас вырвет. Ребят, я нашла ножницы. Вот. Сейчас мы с вами его откроем и посмотрим, что именно пахнет говном. Ребята! Вот это, кажется, штука. А вдруг ее кто-то в жопу сувал, а я ее нюхаю. Странно. Она даже не разрезается, ребят. Вот как будто ее правда говном обмазали. Просто вообще самое плохое. Самый плохой лизун. Да этот. Наверное, поэтому он красный. Потому что он говно. Больше никак не скажешь на этого лизуна. Кроме как говно. Не, ну реально пахнет. Если бы вы со мной были, я бы дала вам понюхать. Может, от пластмассы вот этой. Хотя вот эта сама не пахнет. Она пахнет резиной. Ну, она уже подпахивает этим говном. Я просто больше не знаю, как заменить это слово, но похоже больше всего на вот это. Какашки. Я в этом сейчас ковыряюсь. Смешно. Ничего смешного. Ну, ничего страшного. Ой, тут что-то попало, не знаю. Ну, у нас последняя, это вот такая игрушка. Ребят, простите, пожалуйста, но я не буду ее доставать, потому что я вот это все запачку вот этим вот. Вот такой вот, давайте посмотрим. Это антистресс такой. И все. Об чего можно вытереть? Смотрите, как можно сделать. И вот это говно вытереть не говном. И теперь это станет говном. Не, на самом деле это же лучше будет, чем вот просто вот вообще. Как такое вот можно продавать?
детям. Просто вообще, ну, ну нет. Кстати, у меня картинка будет одна и та же на всех частях. Ну, потому что... И вот, кстати, не испортилось никак. Это, значит, нас не пугает. Ребят, наше видео подошло к концу. С вами была Мария Букетова. Не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал, нажимать на колокольчик и на Марию Букетову подписываться в Инстаграм. С вами была Мария Букетова. Всем пока!